Для того, чтобы смотреть телеканал «Универ Смотри» в кабельной сети МТС ТВ, необходимо в любом браузере в строке поиска ввести название компании МТС. В результате поиска перейдите по ссылке на официальный сайт МТС. Чтобы задать вопрос, нажмите на кнопку «Найти ответ», а на следующей страничке нажать на кнопку «Задать вопрос». В открывшейся форме обратной связи нужно поставить галочку в строке «Домашний интернет», «Телевидение», «Телефония». Далее отметить галочкой строку «Задать вопрос». Выбрать тему вашего обращения. Другое. Далее необходимо ввести ваши анкетные данные, обязательно указав фамилию, имя, отчество и адрес электронной почты. Если вы уже являетесь абонентом МТС, то укажите номер договора, если нет, то введите в данную строку произвольный набор цифр. Далее нужно указать адрес, по которому вы хотите подключить телеканал «Универ Смотри», с указанием региона, города, названия улицы, номера дома и квартиры. Поле «Период» выберите текущую дату в обоих календарях. А далее оставьте ваше сообщение в произвольной форме, обязательно отметив, что вы хотите подключить себе телеканал «Универ Смотри». Выберите способ получения ответа по электронной почте и отправьте запрос.